куда вы будете отправляться? В Туапсе. В Туапсе? На поезд или на чем вы? Как вы? На поезде, да, уже билеты купили в ночь. А, ночь? Поедем, да. То есть это вам тут сидеть? Да? Так. Что тут работает? Это работает, да? Ну, тут получается по показателям самые большие. На поезд было 825. А это у вас? В Магнитогорске, вот у Бориса Николаевича занимался. Ага. Вот. Потом, вот когда вот из динамической занимался у ребят, вот было последнее занятие поменьше, это 625 вот у меня было. 825 с дугой? Ну вот это гравитационное на прямых весах, вот у Бориса Николаевича в Магнитогорске я ездил. А, то есть вот это вы делали они? Ну, страховать не страховали. Вот так делали? Ну, конечно, на поезд они всегда страхуют. Да. А, это самое, а когда без? Ну, сам вот я вот, вот что, сам, да. Сам я делал на штанге, когда меня никто не страховал, это было еще, наверное, год 4 назад, 780, по-моему. Очень хорошо. Никто не страховал. На руки вот, ну то, что страховка была большой, самая 360, но это еще лет 5 назад, когда я у Георгия занимался. 360? 360, да. Ну потом сам, когда я занимался, вот оно где-то максимум у меня, я помню, до 300 сам доходил. Ну, еще я пробовал, ну, обычно. Последний был 245 на руки. Ага. Ну что, начнем, да? Да. Начнем. Тарам-барам, тарам-барам-барам, тарам-барам, тарам-барам-барам. Так, вот эти. К вам. А, к вам подойдет. Как раз ножки будут. Так, а ну, ноги сколько? Вот здесь 360. Пойдет первый подход? Я думаю, да. Так, что тут? Помягче любите? Или не помягче? А в бой идут. Так, сейчас. Российские штанги. Ну, это сейчас мы отрегулируем. Сюда, да? Пяточка называется. Ну, попробуйте. А потом отрегулируем. Так, где мои? Сколько? 360 килограмм. Вот и уже стоит. 360 килограмм. Можно тут сесть? Да, сесть. Пол, смотрите, скользкий. Угу. Чтобы вы не упали. Хватает этого лебездичества? Это, я так понял, настройка у вас там идет. Ну что, нормально все? Высота? И потихонечку, знаете, куда упираться, да? Потихонечку, потихонечку. Чуть пониже высоты надо. Да, у него копчик подорвался. Лучше начнем, больше закончим. О.
здесь 230. Вот с такого веса. Начнем не спеша, а потом уже что долго настраиваетесь. Школа Георгия. Да. Ну ладно, кто как. Петрович, а вы откуда вы родились родом? Я здесь родился. А, вот, вот здесь, вот, получается, так. Казачество здесь? Да. Местное? Казак. Я обычно настраиваюсь, ну, уже там, это, где-то на последний вес, там, что-то там такое. А, на эти веса, как разминка, пошла. Потихонечку, полигонечку, мягко. О, хорошо. Чуточку посмелее. А, все уже. Она нет, сказала. Еще раза три. Чтобы вы как-то размялись, почувствовали. Посмелее даем. Угу. Хорошо. Хорошо, да. Кажется, у меня школа несколько иная. Ничего там, нормально? Что-то подложить? Нет, пока хорошо, да. Высота нормальная или чуть выше как-то сделать? Все-таки. Я думаю, сейчас. Мне кажется, может быть убрать, да? Ну да, где-то посередине. Сейчас. Все, не давит там особо. Ну, наверное, оба вегетарианцы. Не особо. Пока это, ну, идет уже такая очистка, у меня уже организм начинает отторгать. Я 7 лет была на вегетарианстве. Еще разочек, чуточку смелее. Хорошо, еще разочек. Чуточку смелее, чувствуете, как оно давление пошло. О, вот это то, что надо. Все. Это было 270. Отдыхаем. Пошел. Хорошо. Пошел. Хорошо. И еще разочек. Отлично. Все, отдыхаем. Сколько лучший результат был в этом упражнении? 650. Хорошо. Еще разочек. Хорошо. И еще один. Все. Отдыхаем. Ну как, еще дальше пойдем? Да. Значит, 360 я сейчас могу поставить 440. Ага. И на этом можно и закончить. Как? Ставим? Да. Как нагрузочка? Хорошо. Это совсем другая нагрузка. Потому что один раз, ну как-то оно, я считаю, не дает ту нагрузку, которую бы хотелось бы.
хорошо, хорошо. Ну еще разочек. Пошел, 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 пошел. Отлично. И еще разочек. Пошел, пошел, пошел. Отлично. Ну, можно даже еще больше. Мне кажется, можно еще прям легко. Это но плотность, мне кажется, вот прям здесь как будто энергия. Прям плотность энергии увеличилась. 520 тогда и хоре. Сейчас я без меня ничего не делаю. Дверь закрой, чтобы сквозняка не было. А сколько же он берет это? А, тут уже стоит этот пауэрбанк. А, нет, не стоит. Это телефон отдали, он бесполезный. Пошел, пошел, отлично, раз, еще разочек. Пошел, 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 отлично, два, и еще разочек. Пошел, 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 пошел. Ах, хорошо, все, отлично. Ну как она проработала, да? Ну, он, и следующее упражнение, да? Или вы? А, мне кажется, чтобы это, не бегать, не менять, может быть, меня, да? Саш, как ты? Если мы сделаем, как Миша делал с это, с Костей. Отдыхайте. Заминка, да? Ну да. 360. Замнемся. Еще разочек. Хорошо. Еще разочек. О! Пошло еще разочек так же. Пошел, пошел. И еще разочек. То же самое. А, отлично. Ну, почувствовали, что последние разы легче пошли. Давай. То есть пробилась энергия и пошло в конце концов. Да, хорошо. Можно было подвигаться. Так, Галя, вам надо пониже, да? Да, да, Саш, руководи еще. Пониже-то короче. Какой там у вас вес был? Последний какой? 425? Нет, там что-то такое. 425. Сейчас стоит 230. Ну, давайте пробуем. Если что-то это, подлаживаем еще, чтобы не так это самое. Чтобы не так было. Ну. Мало вес, да? Да, я прямо. Ага.
Так что вы первая женщина, занимающаяся на этом тренажере. Ну все, откроем. Женщин не было. Хотя там это, у Самодумова там одни женщины занимались. Сашунь, там можно, нужно будет включить, я там на паузу. На паузу, да, ставим? Да. Что-то маленький. Как? Нормально? Так это, как это? Угу. Под пятками, смотрите, вот здесь вот да, оно у вас. Точечка, да. Все нормально, да? Это просто так. А, ну потихонечку. Потихонечку упираемся. Отлично, раз. Хорошо. То же самое. Отлично, пошел. Два. И еще разочек. Чуточку посмелее. Пошел. О, хорошо. Все, отдыхаем. Да, 300. Здесь поинтереснее поток, чем у Миши в Москве, Саш. Да, тут в течение 4 лет практически каждую неделю, если не чаще, шли занятия. Здесь прям чувствуется, что вот как в Москве, ой, как в Питере у Ляси, вот там примерно как бы уже, а в Москве, вот, знаете, как будто пустое пространство само по себе и как бы холодное угу. такое. Бывает. Работаем. Пошел. Отлично. Раз. Вот так же. Ножками. Отлично. Два. Хорошо. И еще разочек. Так. Потихонечку упираемся. Пошел. Отлично. Хватит. Так. И такое впечатление, вот, чтобы вот этого перекоса не было, если одна сторона сильнее, другая нет. Упираемся в гриф и давим спиной. А то мы как бы ногами давим, получается одна сильнее, другая меньше, и перекос. А тут наоборот, мы отсюда, туда отталкиваемся, и тогда более-менее нормально. Я стараюсь как это, копчик, ну поясницу к полу. Но я чувствую, я знаю, что у меня правая сильнее, поэтому я чуть-чуть нагрузку как бы, ну, стараюсь компенсировать как бы левую. Старайтесь вот это не компенсировать, смотрите. А старайтесь вот отсюда, вы отталкиваетесь туда. То есть вдавливаете себя. Просто вдавливаете. Отлично, раз. Вдавливаем. А. Стоп. Ну-ка еще разочек. Потихонечку даем. Отлично, хорошо. Стоп. То есть вот здесь в сторону слезла из-за того, что одна нога сильнее, другая нога менее сильна. А, это вот оно слетает. Да, поэтому надо на место и еще раз сказать, что ты отсюда отталкивайся, не давишь, потому что вот так будут давить, а вот отталкивайся, и тогда более-менее как-то это... Как-то сказали, от верха отталкивайся. Да, от верха отталкивайся. А, отталкиваться отталкивайся, вот от грифа туда вниз. Да, вот туда. Вот туда. Как готов, так начинаем. Пошел. Отлично, раз. То же самое. Пошел. А, хорошо. И еще раз, то же самое. Что, еще прибавим? Да я не гонюсь, мне можно стабилизировать. Все, да? 350 килограммов. Ну, можно попробую чуть-чуть. У меня потому что третий был 500 с чем-то. Можно попробовать еще, может быть, маленькую.
350 на рубле. 390. Ты дело в том, что это съезжает. Видно оттуда, как съезжает в сторону? Да, да, да. Я сама чувствую, что я немножко. Поэтому я вот такой держу, чтобы она не съезжала. Как готово, начинаем на один раз. Дэм-дэм-дэм-дэм-дэм. Хорошо. Ну еще разочек. Вафельно пошло. Отталкиваемся, отталкиваемся, вдавливаем себя. Отталкиваемся. Отталкиваемся. Хорошо. Все, хватит. То есть, вот вы, если как инструктора, и видел, вот, что одна нога там слабее, не это. Не старайтесь, чтобы какой-то вес еще добавлять. Добивайтесь того, пусть они несколько раз делают, чтобы обе синхронно. Потому что в конце концов, с большим весом, они передавят, и вот это какие-то будут эти. Еще сильнее, да, пойдет, да. Перекос. Перекос. Я тоже за стабильное. Мне вот нравится, когда в какой-то момент и, надо... Да. И клиент будет недоволен. У меня был случай, первый ко мне пришел, один из первых, встретился, Петрович. Есть ли тут бассейн? А я говорю, это, зачем тебе бассейн нужен? Да, вот у меня спина болит, парню 19 лет. А он высокий, 1,90 м выше меня. Я говорю, ну ладно, приходи. А он пришел, еще мне говорит, а у меня еще ноги разные. Одна нога длиннее, другая менее длинная. Я говорю, ну ладно, давай. Вот это, короче, упражнение он поделал. Таз на место стал, ноги только, опа, обе, выровнялись, обе, бегал, смотрел в зеркало, как, что, что. Вот, ему сказали, я говорю, ну что тебе врачи говорят? Они говорят, ну готов, 450 тысяч рублей, и мы тебе болты винтим, и будешь ходить. Вот я тут позанимался, говорю, да у меня все нормально стало. Все хорошо. Так, можно вот эту штучку вот сюда? Да, вот? Я лавочку возьму. Ну, сейчас посмотрим. 300 сделайте, что там мне. Как-то, думаю, неужели я такой слабый? Хе-хе-хе. Что люди 300 делают сами. У меня там не делают с моей помощью. А вот это... Ну, мне вот начал, потом, когда я начал уже вот в тренажерном зале пробовать делать, я доходил, но у меня где-то вот после... Вот здесь начинаю побаливать. Угу. То есть, когда только начинал, такого не было, потом уже... Со скольки начинаем? 160, 180? Ну, давайте, да, со 180. Ну, давайте. Ну, смотри, я не буду тут помогать. Мне просто интересно, потому что я сам с этого веса не начинаю. С какого он начинает? 180. Так, выше надо поднять. Не ближе ли сюда? Лечь. Так. Меряем. Нормально? Нормально? Все, да? Да, попробую. А, ну хорошо. Хорошо. Еще разочек. Хорошо. Еще разочек также. Отлично. И еще разочек. Отлично. Отдыхаем. 220 ставлю.
хорошо, отлично. Еще разочек. Отлично. И еще разочек. Ах, хорошо. Вот, последний раз аж вылетело. Как самочувствие, как? Что, что, как? Хорошо. Отлично. У меня тоже жим тяжело получается. Я почему-то, хотя я знаю, что у меня даже чакры просматривали, вроде четвертая хорошо, и я чувствую, а почему-то сила вот эта вот как-то что-то не идет. О чем сейчас думаете, что сейчас происходит? Вот лежите, что в сознании? Ну, аккумулирую энергию, то есть она как бы освободилась, перезаряжаюсь. А, вон она, хорошо. Да, у него прям как медитация, так обучили через медитацию. Хорошо. А я, у меня скорость, мне тоже хочется все как-то побыстрее, вот так иногда замедляюсь. 260 килограмм, попробуйте сам. Отлично, отлично. Я так понимаю, людей, конечно, которые хотят, как бы сказать, вот идти по своему пути, ну, примерно так, как Александр, да, так вот. А во всех остальных случаях, я думаю, тут надо побыстрее. Ну, Саша, у него ритм сам по себе такой очень, ну, в принципе, как у человека у него такой более он спокойный. Отлично, раз. Сразу же, да, и так же. Отлично, два. Да, и так же. Отлично, три. Отлично, еще раз. Четыре. И еще раз. Пошел. А! Совсем другое дело. Ну что, еще поставим? Вот, когда надо, 300. Скорость пошла. Зарядили его на скорость. 340 и закончим, да? Ходишь? Ну что, посижу. А, чуть-чуть. Посижу. Что, измененочка пошла? У нас целый пакет сейчас энергии пошел. Адаптирует. 300 килограмм на 5. Это ого-го. То есть, вот мы как раз говорим, подготовка спортсмена, вот сейчас они, допустим, в жиме лежа, там жмут или еще что-то делают. Вот эта вот гимнастика позволяет и быстрее восстанавливаться, и, как бы сказать, нарастить мощь, усилие, что они будут сильнее давить вот в силовых этих результатах. Это очень хорошая вещь для спорта. Вот, хоккеисты же уже используют, там говорили, что физической там своей. Да, ну там надо сначала через их вот эту простучаться, достучаться, может, со временем. Ну да, но изменить. То есть все борцы и прочее делают силовое. Мне интересно было, когда я пришла на бокс, вот насколько у нас мудрый организм, я помню первый раз, когда по груши такая ударила, у меня в голове что-то как будто сотрясаться. И буквально в третьей тренировке уже ничего не трясется в голове. Такое ощущение, что организм уже такой адаптирует, уже там что-то придумал как-то там. И все, ничего уже ни сотрясений, ни в органах нигде не чувствовалось. Как будто раз он взял, все, подтянул, она решила боксом позаниматься. Надо что-то там изменить, чтобы не было травмы. У меня хватило четко, когда вот йогой стала интенсивно заниматься, уже сил на все не хватало.
И вот да, и мясо я стала есть, когда, наверное, боксом стала заниматься. Делаем последний подход без всяких заминок и так далее. Отличная наволочка. Отличная нарезочка. Хорошо, раз, отлично, еще разок, та же. Пошел, отлично, два, еще разочек. Пошел, три, еще разочек. Хорошо, четыре, и еще разочек. Пошел. Отлично, отдыхай. Все. Уступай место следующему. Все, Саша, поток открываешь. Отлично. Что чувствовалось? Стреляло оно так? Ну да, даже когда вот как вот вы говорите, быстрее начал делать, оно как-то проще. Вот когда я медленно развивал усилия, оно как-то как бы бам, и все, выложилось, как бы, и все. И перезарядка потом происходит, когда вот прям ритм действительно вот этот подход. Хорошо иногда прийти. По-другому. Да, различные эти вещи сравнить. Алина, ну давай. Ну у меня... К барьеру. У меня максимум 140 было, 120. К барьеру. К барьеру. Ложись. Сначала вымеряем. Все нормально? Руки или выше? Или не, нормально? Нормально. А ну-ка, пробуем. Отлично. О, хорошо. Отлично. Еще разочек. Отлично. Отдыхаем. Здесь тоже руки по-разному. Как все-таки влияет, как в Москве, Саш, какое сопротивление там было, как здесь легко, так же, как у леса. А если кто-то наблюдает и с какими-то мыслями это самое, он может тормозить. Прям в Москве прям так тяжело было с тем мальчиком, прям ну вообще, вот у меня такое ощущение, что вот все как, вот знаете, как кривь, бось, вот вообще все, сопротивление даже какое-то, вот оно не во мне было, а как будто снаружи. А вот я такая вот, я опять как будто вот как в Питере делаю, и вот прям вот как вот поточно так на одном дыхании, прям вообще волшебно. Да, настроились. Отлично, раз, еще разочек. Два, и еще разочек. Отлично. Сколько там делали рекорд? 140, по-моему. 140. Вот здесь я больше чувствую перекос, чем в бедрах. Да? Не, ну мне тут как-то не так, как страшно в этом самом. Чем в бедрах. Да, там. Ну там может перекосить, там же у нас и нерв этот седалищный. Угу. Хорошо давите, Галина. Пошел. Отлично. Раз. Еще разок. Смелее. Еще разок смелее. Да-да-да-да-да-да-да-да. Отлично. Чего сколько у меня загрузили? 160. Да? Это невероятно. Это вы делаете. 160. Я бы не сказал, что это я делаю. 160 кг лететь. Слушать меня?
Готовы. Даем. Пошел, 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 пошел. Отлично. Еще разок. То же самое. Пошел, 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 пошел. О, отлично. Отдыхаем. Мне такое ощущение, что она как будто выше стала. Выше стала? Да. Ощущение. А дело в том, что лавка вгинается в этот самый. Вгинается. Ну, можно, это... можно что-то постелить, если надо. Можешь одну. Вот так вот. А, это она постепенно вгинается? Ну да, поэтому и кажется. Готовы? Поехали. Дэн-дэн-дэн-дэн, пошел, 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 не бросаем вас. Ну еще разочек, то же самое. Пошел, 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 дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн. Ооо! Ну тут я помогал, не хочу сказать, но 200 килограмм, простите меня. Ну да, здесь, наверное, ваша помощь, она нужна. Простите меня. 200 килограмм, как вы чувствуете? У меня просто такое ощущение, что даже у Лисаны никогда не верилось, а такое ощущение, что на вашей энергии как-то уже вера пошла. Вот, и хорошо. Я так говорю, что все равно должен быть, мастер, как бы держит. Сказать, этот самый... Мастер держит поле. Да, должен быть этот, как бы сказать, центр кристаллизации. Угу. И все это дело идет. Ну, так что? Теперь женщины к вам повалят. 200 кг. Вот так-то, знай наших. Опа. Можно присесть, можно закрыть, если холодно. А, нет, не холодно? Ничего? Холодно. Так что пошло, пошло. Дело, да? Так, что мы делаем? Мы ходик один из самых оставляем. Только не выключают, он не подъезжается, как ты выключаешь. А, я не выключал, сам выключился. Валенки скользят, поэтому придется закрепить это дело. Раз. Так, вешаем. Ну что, с 400 начнем, да? Да. Да. Все, 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 вот 400. То уже больше. 400 раз. Хотя бы до 700 попробуем дойти. Давай. Может, побольше. Что хотел уточнить? По технике. Все повел. И вот Георгий, как меня учил, смотреть надо прямо. А вот в Питере почему-то вот Ляша вот так говорил. Ага, хорошо. 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 Это уходим. Уходим пока. Уходим. Сколько там было? Помните? Ой, не помню. Сейчас буду пробовать. А ну-ка, встали, присели, натянули. Ну как она? Так она? Да. Нормально? Да, да. Прокладочку подложить или не надо? Ну, пока не надо. Пока. Не надо, да? Ну давайте. То есть тут вот эта техника, угу. Она идет больше, как бы сказать, ногами, тазом.
А вот когда вот это, вот, тут как-то всем горбом, ногами, всем, то есть еще более сильно. Ну-ка, пробуем. Потихонечку начинаем. Отлично, хорошо. Немножечко теперь посмелее. Чуточку посмелее. Даем, даем, даем. Хорошо. И еще разочек. Отлично, отлично, отлично. Отлично, походим. Если прокладочку надо, то поверь. Если нет, то... А вот это что, приподнять? Сейчас куда смотрел? Ну ты попробуй посмотреть вниз. Сейчас. А вперед из-под лоби или так? Не, имеется в виду, то есть шею вот так, лясь вот так, как говорил, делал. А вот это вот не, так. Она не вот так, она говорила подбородок к еремной ямке, как в йоговске. По-моему, вот так. Чтобы... Вот так? Ну давай, да, попробуем. Так, да, давайте попробуем. Сейчас я накину. Опа! Натянули. Да, вот сюда. Еще разочек. Даем, даем. Еще разочек. Давай ножками. Отлично. Отдыхаем. Отдыхаем, отдыхаем. Зал такой наполненный становится. Можно походить, можно не ходить. Можно ноги чуть шире поставить. Стоит. Ага. Вот так спина. Когда он наклонился, он больше этим давит. Ага. И как-то ему вот это вот удобно. А когда вот так как-то... Ну, как-то... Чуть-чуть вот это пониже. Я сначала тоже так делал. А потом я вообще вот так стал делать. Подлаживайте так, чтобы вам было удобно давить, потому что я чувствую, что-то, что-то тут не то. Вот в режиме лежа прекрасно давили, а тут что-то, какие-то неудобства, какие-то... А здесь неудобств не должно быть, потому что как только неудобства, все, вес не идет. Я вешаю.
да? Раз. Еще разочек даем. Два. Ну, еще разочек. Пошел, пошел, ножками, ножками, ножками. Отлично. Походите. Какой-то пояс хочется чуть прям пониже доложить. О, ниже, хорошо, ниже, так ниже. Пониже. Тут же регулируйте как. Ага. Точку приложения. У меня все время желание повыше. Я не помню, это шах. Шах 80 килограмм. 520, 600 было. Сейчас 680. Ага. Смотрите, вот где-то вот здесь вот пытается, чтоб не все. На задницу смотрим, так иногда видно, как таз изначально перекошен. Как готово, так? О! Ну еще разочек. Ножками. О! Хорош. 680. И тут уже... Я тут слишком уже начинаю помогать. Да, на этом остановимся, да? Дать еще один попробуем. На 680? Сам, да, попробую. Ну хорошо, походи, отдохни. Я не подхожу. А потом я покажу, как я поднимаю. Интересно, да? Да, я думаю. Чем больше, мне так кажется, так мало осталось видео от Самодумова, в принципе, лишнего не будет. От Самодумова мало. Наверное, моих самое лучшее. Да. Мне кажется, много не бывает. Потом все равно кто-то будет опять так же искать, опять же кто-то где-то что-то может растеряться или еще что-нибудь. По крупицам всегда потом это ищется. Все равно хорошо, когда остается какая-то информация. Набрасываю. Да, давай читаем, как изначально делать. Набросил. Вот сюда. Дальше. Пошел. Хорошо. Ну, можно закончить. Да. Поддался таки, да? Отдыхаю. Я тебя в чате буду динамической делать. Ну там не подъем, просто на настройку. Так, да. Так, 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 так. Этот же вес 680 килограмм. Угу.
Кажется, и... свои валенки. Повесим 700 килограмм. О, сразу заработал желудочек. Вот, не так станешь. Что-то не то. Получается. У меня так хорошо получалось. А потом стал на весах 900 килограмм тренажер отрываться. И я там привалил пластины, в которых помост упирается. И вот это все немножечко поменялось. Немножечко поменялось. И как-то усилие... Ого, о, мои любимые валенки. То есть вот я где-то остановлюсь, вот так вот, да? Раз, и пошел. Раз, два, три, четыре, пять, и так далее. Да, чувствуете? Надо это самое, вам, Александр, чуточку подложить, чтобы ноги были не так, а чуточку распрямлены еще. Ну, и да, тогда тазом бум-бум. Я тоже почувствую, так. Ну что, 800 поднять? Давайте. Это 700 было. Ой! 740. Сразу в плот бросила. Шестьсот 80. 760. Вот так это будет. 800. Шестьсот 80. 760. То есть тут хорошо. Сразу вес 4 раза увеличивается. Сейчас пройдемся с Леонца. Хорошо с закрытыми глазами поднимать. Тоже настраивайся, только настраивайся по-быстрому. Такое впечатление у меня, как вот центр земли там. Я вижу ядро, вот это вот, самое ядро, оно светлое, и оттуда через ноги потянул, прямо с ядра, сразу. Thank you.
да, моща. Я 900, как на 7 раз потянул, хотел на 10. Угу. Ощущение, что чуть повыше у вас так же, мне так же комфортнее, когда ближе. Да, тут регулируйте сами. По веснице. Фух. Я и так в прошлый раз согласилась. Ага. И подальше, и поближе. Обычно я на видео видел самодумов, 800 килограмм поднял. Кривых 800 килограмм поднял. Ну а я вот на пятифан. То есть иногда, знаете, как бы сказать, пробить вот эту силу, ну, не то что один вес, а, допустим, поставили, ну, грубо говоря, там 700 килограмм, 800 килограмм, и вот раз на 10, чтобы, как говорится, не так, так вот так. То есть важно показать пространству, что вы работаете, намерение. Что вы... Намерение. Что вы, да, что вы это, вот, смотрите, так, и так, и сяк. И тогда как-то оно идет, идет, идет. Какой вес был на Гале? 425, да, что-то такое? 425. А большой 560. 560, ладно. Хорошо. Снимаем. Снимаем. 580. Здесь надо обязательно прокладочку, потому что синяки остаются. А, да, там, по-моему, даже... Завязывали так. А ну-ка выйдите, пожалуйста. Выйдите, пожалуйста. Так, вам, наверное, сделаем вот так. Становимся. Наклоняемся. Раз. Да, присели. Присели, присели. Натянули. Как она? Низко? Нет, нормально. Нормально? Так. Не спеша. Даем. Немножко мешок. Отлично. Отлично. Даем. Так же смелее. Даем, даем, даем. Во, еще разок. Хватит. Хватит, 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 хватит. Ну-ка, сейчас опустим. Ну-ка, начинаем ножками. Отлично, раз, хорошо. Отлично, еще разочек. О! Так, головку вот сюда. Ага, меня-то научили так. Нет, смотрите. Да, все, как, когда, когда вот туда, как-то энергия вот так за это. Как за... только ты вверх, то есть ты можешь вот так давить. О! И ты ее как бы выворачиваешь туда. Тогда энергия идет туда вверх, и ты ее больше поднимаешь. Так. Вообще не та была. Вообще не та. На два разика. Пошел ножками. Отлично. Раз. Еще разочек. Отлично. Еще разочек. Хорошо. Хорошо. Ё-моё. Как прёте. Стоять. Стоять. Так. Берем энергию снизу. Отлично, раз, еще разочек, два. Что вы творите? Что, летает? Не боюсь.
Самое интересное, что мышцы ни разу здесь не включились вообще. Штанга летает. Ну-ка. Пошел, 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 пошел. Раз, еще разочек. Пошел. Отлично, хватит, хватит. Хватит. Хватит, хватит, хватит. Ничего стоять так. Нормально? Ой, вообще хорошо. Я вас слышу прям вообще на отлично. Да. Так. Берем снизу энергию. И поехали. Уперлись ножкой. Пошел, 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 пошел. Отлично. Раз. Еще разочек. Пошел, пошел, пошел. Два. Еще разочек. Пошел, пошел. Смело. Три. 600 килограмм. На три раза. Вы что, охренели? У меня прям красная энергия пошла. Это, Саша, которую я не видела, твою красную энергию. И? Пошел, 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 пошел. Реально, хорошо. Отлично, хватит. 640 км. 640 килограмм. Заминок никаких делать не буду. Тягу будете делать? Я ни разу два других не делала. Я бы на приседе бы сделал. Можно и тягу тоже. Я вам покажу технику тяги. Ага. 640, как? Против каких? 500? 580. 580. На 60 кг. Ох, как меня потянуло. Меня больше даже то, что жим. Жим? Получился прям вообще. А, жим. Потому что мне казалось, что это вообще не мое. Ну, как давили, да? Да. Угу, угу. Значит, с тягой и со следующим упражнением надо быть очень осторожно. Штанга на плечах, оказывается, не столько можно поясницу здесь раздавить, ага, как грыжу получить. Вот тут должно быть укреплено. А, я когда начал делать, чувствую, о, как и тут, оно вот тут прет. И так оно укрепилось. Вот, и в тяге. Там, наверное, это... Поэтому очень осторожно. И, как вот ближе, да, надо, вот. Получается. И тягу эту. По 10 килограммчиков, чтобы не добавляли от тренировки к тренировке. Все. И начинает буквально так. Здесь, конечно, вот этот корневой замочек, вот это муладхара чакра. Прям как бы. Особенно вы когда еще говорите, как раз концентрация туда хорошо, только идет из земли. Так, здесь 230 килограмм. Так что 800 на 5 раз, да, за 5 фанил. Жик, 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 жик. Обязательно ремень, чтобы был. То есть всем этим ремни, чтобы были. Я еще вдобавок мотаю на руки. У меня от больших весов, когда лямки здесь, а это кровоподтеки пошли. Угу. Ну я с этими лямками сделал, это мои бывшие тяжелоатлетические лямки. С лямками делаете? Я без. Без? Ну, сильная кисть. Я делал только сколько, в районе там 440 где-то. Ну это тоже будь здоров. Раз. Вот я из-за того, что тут, как бы сказать, ну,
можно травму получить или еще. Стараюсь тянуть очень осторожно. То есть я вот становлюсь, так, подседаю, да. И потом, смотрите, вот больше назад туда. Вот так вот назад. Вот, и ножками распрямляюсь. Чтобы нигде ничего не оборвать. Если с лямками, так с лямками. Если без лямок, вот он, пояс. 230 килограмм. И потихонечку. Потихонечку, тут не спеша. А чувствуете сами нормальненько все? Я просто никогда с поясом не занимался. Нет, тут это такая вещь, что она может вылезти неожиданно. Тем более, если вы не делали никакого. Так. Ага, выше, да? Значит, еще теперь. Беретесь разнохватом. Смотрите, разнохват. Вот при разнохвате как раз и обрываются бицепсы. Вот помните, вот здесь вот будет. Пум, сюда. Поэтому беритесь вот так вот. И все-таки беритесь лучше в этих самых, в лямках. Чтобы вы просто чувствовали энергию, а потому что все ограничивается вашим хватом. Вот она еще. Вот так. Вот так раз. Вот, прицепились. Все, цепляемся. Так, теперь это. Это тоже так. Так, это у нас вот так идет. Вот так. Раз. Зажали. О. Чувствуете, как прицепились? Спинка ровная. Спинка ровненькая. Спинка ровненькая и не спеша ногами. Не спеша ногами. Пошел. О, отлично. Раз. О, два. Хорошо. Еще разочек. Три. Отлично. Еще на руку дай. Очень осторожно с этим упражнением. Если что подтянуть, я подтяну. Спинка ровненькими ногами за себя. О, раз, отлично, еще разочек. Два, хватит. Так, вешаем. И на этом остановимся. То есть, я лично для себя так понял. Вот, заниматься по несколько раз, это нормально. А если вы к предельным местам подходите, вот тут тогда, как вы привыкли сосредотачиваться, настраиваться, на предельный вес тогда сосредотачиваетесь, настраивайтесь, как вы привыкли. А, хорошо, еще разочек. Ножками, отлично, все, все, все. И тут важно чувствовать, она пошла по позвоночнику и в макушку, бам, бам, бам. Мне? Саша, с какого можно? Вообще после третьего дают уж тягу. Мне все с первого давали. Будете, нет? Ну, давайте попробуем. Пока два тренера рядом со мной. Почему нет? А это сколько тяга была? 310. 310 на 2 раза. О, о, да, ниже, ниже. Во-в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 о. Лямки, да? Давайте.
раз. Два. Значит, смотрите, что мы делаем. Вот это вот, вот так вот. Раз. Сюда раз. О, и ручка схватили. Так. Да. Правильно. Немножко чуть повыше. Чтобы прям как повыше было все. Сюда. А, сюда. Вот. Вот так. Схватили. Так, подсели. А поясни. Ой, это ноги, стопы. Стопы нормально. Сюда ближе подошли. Ближе, 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 ближе. Во. Вот так. Так. Стоять. Стоять, 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 стоять. Стоять, 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 стоять. Спинка ровная, подседаем. Спинка ровная, подседаем, подседаем. Головка сюда, подседаем. И ближе к себе, еще ближе, чтобы она как бы на бедрах была. Да, гриф на бедрах. Прогнулись немножечко туда-назад. И как бы назад за себя ее потянули, потянули. Ножками, ножками тянем. Раз. Так, еще разочек. Два. Спинка ровненькая. Во. Спинка ровненькая. Хорошо. То же самое. Спинка ровненькая. Потянули за себя. Тянем, тянем, тянем. Раз. Хорошо. Еще разочек. Потянули под ножкой. О! Вот это последнее очень правильно было. Все. Бросаем. Бросаем это все дело. То есть поняли примерно, как она. Да, 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 почувствовала. Мне, наверное, сейчас пока понять очень сложно, больше через чувствование. Хорошо, чувствуйте, чувствуйте. Хотя бы даже первые тренировки, упражнения уже есть возможность. Конечно, конечно. А ну-ка, встаньте-ка, как вы? Ну, нормально, ну-ка попробуйте под нее подвесить. Чтоб удобно все лежало, спинка эта, смотрите, смотрите, что таз пошел вперед, и вот тут она может это самое. Поясница. Да, и надо ремень одеть, одевайте ремень, а я сейчас вам пока покажу. Одевайте ремень. Смотрите, вы становитесь, вот это важно все-таки. И вот так вот, так, вот, поднимать, как бы назад. Она вас будет в пояснице как раз там ломать и так далее. А вы так же становитесь, вот, и становитесь, во, и вы как бы вперед туда давите. То есть вот так вот. Оп! Вперед. Оп! А не вот так. Вот туда. А туда как раз вот эти все позвонки поясничные у нас уходят внутрь. И поэтому большинство заболеваний со спиной связано с тем, что позвонки ушли туда, внутрь, в живот. И вытянуть их назад, вытягивают банками, вытягивают с чего угодно, и они туда уходят. Вот эти все упражнения, вот здесь вот вы лежите, вы давите ногами и распрямляете их назад. Вы на поясе штаны, и вы их опять сюда поднимаете. А вот этим упражнением нам надо вот так давить, а не вот так. Вот, это там будет нормальненько. Ну-ка, вот. О, хорошо, встал, да? И пошел. Вот давай. О, отлично. О, как бы вот туда вот. Отлично. Все. Ой. Следующий вес. Ножками. Отлично. Раз. Ножками. Отлично. Два. Так, хорошо. Сколько предельный вес был? 440. 440? Я 440 делал. Как она придавила. Раз. Ага. Ага. И еще раз вообще. Отлично. Ну что, на этом и закончим. Или еще? Давайте еще. Это 200 килограмм было.
Техничка прямая. Прямая. И ножками. Давим ножками туда. Ножками, ножками. Отлично. Раз. Ножками. Два. Хватит. Еще прямая. Хватит. Или хватит? Давайте еще один. Нормально, все в животе, все так. Ножками даем вот туда. Не спеша ножками. Хорошо, раз. Еще разочек. Хорошо, подаю. Два. Ну, думаю, хватит. Такая. Тут очень дозированно. То пусть даже легко человек поднимает. И надо. Он должен укрепить сустав. То есть первые, грубо говоря, полгода ваша клиентура должна знать, что она должна укрепить суставы и потихонечку двигаться. В противном случае не готовые суставы, большой вес, толком они не знают, куда давить, получит травмы. А мне кажется, даже у него еще не суставы, потому что несколько последних тренеров его как будто останавливают это. Мне кажется, здесь еще сознание и куда ему применить это все, и силу, и все формируется. Потому что, как я ему говорила, очень важно проводника слушать. И вы вот просто, Ляся его такая тормозила, вы его так тормозите. Я думаю, что здесь поле, ну, оно идет так у него. Хорошо, идет это хорошо. Я думаю, вы поняли. А самое основное, что энергия, вот эти занятия не ради самих занятий, того, что я там поднимаю или еще, а вот это наработки, которые вы получили энергетические, да, вы уже используете в каких-то других сферах, там, будь то бизнес, будь то это, творчество, там, стихи и так далее. Во благо, да. Я тайное слово постигаю, которым Бог творил миры. Оно во мне, я это знаю. Чудесной, дивной красоты оно основа существа и заставляет сердце биться, любить, творить и верить в жизнь, что вечно, вечно, вечно длится. Его я вспомнил, произнес, и чудо дивное случилось. Свет счастья брызнул с меня, и время юности явилось теперь. Живу, люблю, творю, а слово тайное храню. Работа со словом. То есть огромное количество методик, не обязательно даже вот это вот. Это просто ясно и понятно. Мы понимаем, как у нас растет энергетика. 200 килограмм поднимали, да? А потом 400. У нас в два раза стало как бы больше энергетика. Больше наши возможности. То есть вот именно для того, чтобы мы во что-то их превратили. Есть другие методы, которые также работают. Очень хорошо, причем работают. Хотя бы взять этого Шри Чин Моя, который одной рукой 4 тонны с лишним. О-о-о-о. Сама думал, такого даже не делал. Но что он хотел там показать этим бумагам? То есть он это все наработал с помощью вот этих медитативных практик. То есть все надо понимать. Плюс напрямую привлекать, вот, если хватит, грубо говоря, ума, если хватит этой самой, ну как бы сказать, нравственности у человека, именно нравственности, хватит, мы можем привлечь очень большие силы для того и всего. Не то, чтобы регулярно заниматься, а просто вот привлечь для какого-то дела, сделали там, дальше получили. А если ну, просто там в спорте применять, ну в спорте, говорю, хорошо. То есть масса методик, как инструменты, которые позволяют вам достичь счастья в жизни. А есть методика, вообще все отбрасывает. Мы хотим желания и все. Они тоже работают, но их надо знать, и к ним надо подойти. Вот вы, наверное, знаете, Блиновская, да? Да. Леночка. Вот. Там людям надо было более четко объяснить, почему сбывается, почему не сбывается желание у вас.
чтобы это все как-то. И плюс еще, насколько я понимаю, вот как-то вот так вот мне не показывает. И смотрите, какой я сильный, 800 на 5 раз, а я еще могу, а я еще могу. Это только раз и все, и перекрыли. Особенно когда-то. И все, что дали, 61 миллиард, дали 4, отобрали. И вот тут и подумаешь, как это, как это дело работает. Вот. Ну, отдыхаем, да? Да. Мы как с вами, прям там был час 3 минуты, и сейчас час 3 минуты. Отдыхаем и разбираемся. Сколько там времени уже так? 12 без 3. У вас планы какие-то, нет? 12. Ну да, у меня как бы свои планы, у вас свои планы. Мы думали, может быть, это вам, это вас это немножко помассажировать. А, не, я это походить там. Я с массажами прошел целую эпопею, массировали, правили, а-ля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 . И все потом на круги своя это все это превращалось. Поэтому я вот благодаря вот этой вот гимнастике я понял, ничего не надо. Вот только занимайся и все. Энергия, суставы. Попробуйте, какая у нее мягкая эта самая. Угу. Да? Да? Какая мягенькая. Как будто мы это, не занимаетесь. Вот, да, какая мягенькая получается. Это из-за того, что стало больше энергии и мышцы расслабились. Когда качаешься, они все забитые какие-то. А тут наоборот, они мягенькие такие. И в то же время они могут напрягаться, могут делать такие вещи. Да, да, да. То есть важно с помощью вот этих вот упражнений снять эту спазмы мышц, которые бывают вокруг позвоночника. И вот как раз массажи различные, они вот этот хороший массажист, он там их разглаживает, вот это вот делает. А тут напряжение только раз, и за счет этого мощного напряжения оно само расслабляется. Раз, расслабляется, то есть спазмы. А вот со мной занимались, и это, и как бы сказать, ну и то, что обидно, я просто не понимаю. Занимались со мной же мои друзья. Мы встретились в последний раз, они рассказывают. Вот у того я был массажиста, 3000 отдал, правил что-то шею, а я у другого 5000 отдал. А потом опять надо отдавать, а потом опять. Ну да, там потому что если уже как бы структуру не держишь, оно бесполезно, все, и позвонки возвращаются. Да, а это как раз вот то, что надо, оно то, что надо. Камера. Ну что, посидим еще чуток, отдохнем, да? Да, да. Интересно для так вам куда-то пойти, там, в гостиницу, там что-то там. А такое. У нас 8 часов. Мы, наверное, сейчас пойдем куда-нибудь там или пообедать. Пообедать. Скажете, торговый центр какой-нибудь, что-то такое здесь. Точка какая-нибудь большая. Чайхана. Чайханы нет, это не Москва. Чайханы нет. Покушать, конечно, можно как раз вот этот. А, сейчас суббота, да? Бизнес-ланч нет. А, нормально, ничего, сходим. И может, где-то вам. Может быть, мы в Пятерочке или. Да, что-то последнее на фруктиках. Последнее пришло. Пятерочку там. Я сегодня я даже две хурмы съела, мне было, почувствовала прям много-много. Ну, обычно одну такую съедаешь и хватит, а две уже перебор. А, да, и у меня такое ощущение, что и сладко сильно, как будто надо было с чаем, я как торт съела, какой-то большой кусок. Ничего, все равно. Непривычно раньше, как бы много кушала, а здесь с каждым разом что-то организм сам уже начал отбраковывать. Даже вот когда на вегетарианстве я была, не было такого. А здесь вот организм, он как будто включается, какое-то сознание. Такое, даже сознание вот мое не включается. Ножкам тепло, да? Да, да. Расслабляется хорошо. То есть расслабляется, сон лучше, пищи будет меньше от этой гимнастики. Да, да, да. И что еще? Сон будет меньше. Ну и куда вы там направите свои мысли. Каждый по-своему хочет реализоваться. Ну, мы вот сейчас пока ретриты помогаем проводить, пока еще только как помогаем организаторам. Вот я в Москве, ребята на новом измерении, там Юля, Леша, вот, они вот сейчас в Индию уехали. Вот, идите там, тепло. Да.
там хорошо. Саша еще этим помогает вести на грибах мухоморный ретрит. А ретрит это что такое? Ретрит это типа как фестиваль, но вот это уже больше такое эзотерическое явление. Это где там и йогой занимаются, и разные мастера приезжают, рассказывают про свои какие-то мастер-классы, там трансформационные игры, какие-то вот там у нас баня, там прорубь есть, у нас там есть тантра, и массажные джемы, и вот кто с чем приехал, тот и тем и наполнил. Вот. А у Саши, у него уже там мухоморные вот эти там уже... Измененное сознание. Да, камба они делают, потом хиджаму, что там еще, рапе. И вот эти грибочки едят. Вот такое. Я написал книгу «Из сосуда своего» про уринотерапию. И поехал в Индию. Угу. Вот, кстати, Саи Бабе. А Сати Саи Баба, он там считается воплощением там Шивы или еще какой-то, как сказать, Кришны. Кришны, Кришны, Шивы, там все это такое. Вот. И вот и мы приехали туда, Путтапарти. Поезд остановился, мы пришли в его центр. Устроились, и так как ночь ехали, легли отдохнуть, спать. И вот я раз проваливаюсь в сон, и видение мне приходит, кстати, Саи Баба ко мне заходит сюда, раз, и я как-то раз проснулся, ага, исчезло. Я опять, значит, вот это погружаюсь в сон, Сати Саи Баба, значит, заходит, и мне показывает этот самый такой перстень с желтым каким-то камнем таким, и он мне на палец одевает. И он становится здоровый, как кирпич, вот так, и как сверкнет, я раз проснулся. Вот такая вот интересная вещь. Может, была. Тоже веса как-нибудь? Нет, туда до весов. Ну, какое-то благословение. Вот. Так что вот такие вот вещи. Заряд на следующие жизни для тех, кто верит и не верит и так далее. Прям, когда начинаешь погружаться вот в тему энергии, еще что-то какие-то там получаешь инсайты. У меня дети однозначно с прошлой жизни это какие-то йоги пришли, потому что они с детства и ноги закручивали, я еще йогой не занималась. А младший вообще, по-моему, 3 годика, он нашел какую-то палку. А я беременная была, мне девочка там что-то говорит, читай Ом Намах Шивая. А я еще ничего не знала, не разбиралась. Но я начала Ом Намах Шивая, он в животике был. А вот в 3 годика схватил вот эту палку, как трезубец побежал. Ом Намах Шивая. И вот так, блядь, я так ничего себе воспоминаю. Ну, самскары их называют на санскрите. Воспоминания с прошлой жизни. Думаю, да, что вы там еще мне как бы наделаете. Потом, конечно, подрастают, уже в социуме социализируются, уже немножко вот это все уходит. Состояние, так, да. Я тогда еще на вегетарианстве была, 7 лет, конечно, их так немножко промучила. Но им не хватало, если бы сейчас была бы вот такая вот установка, потому что старший пятиборьем занимался, он уже там от Новосибирска ездил, а есть не наедался. Там, тайком сначала муж мясом, а тайком начали кормить, а потом я в какой-то момент поняла, что уже без мяса вот вообще никуда ему. Тоже сказала, кормите. Тоже интересно так было. Но, видимо, вот этой силы не хватало, которую из мяса-то берут. Ну что, будем разбегаться, как вы? Саша, сфотографируешь? Это, может быть, вот здесь. Где хотите? Да, ну вот я хочу вот что, куда-то. Ганеш, да? Да, Ганеш. Вот так прям? Да, да, да. Можно. На добрую память. Спасибо. Мама будет рада. Вот можно еще, знаете, когда вы смотрите на человека, только раз запястье сравнивайте, давайте свое запястье. Смотрите, насколько у него мощнее все-таки костяк, так? Угу.
Вот это уже попрет, он хорошо. То есть у него, как бы сказать, мощнее костный мозг, вот эта вся эта костяк. Это уже хорошая предпосылка, это за что? Ну, я его в медитации с драконом видела, и я его видела, я даже ему показывала, из китайской мифологии такой белый там демон такой был, но он такой добрый какой-то белый демон, на нем прям там Лакшми, и что-то, и лотосы, и золотая все рыбка, вместе, и, да? Все, да, и всех несет, я так говорю, я на него иногда смотрю, это прям он как будто вот с картинки срисован, этот белый дракон. Это хорошо, но потихонечку все это развивается, не сразу. Я думаю, что правила на падающих грузах видели? Да, видел эти правила. Смотрите, дело в том, что это, что, как бы сказать, вроде как хорошая вещь считается, но вот это дергание суставов как-то что-то не особо, может, я недопонимаю, что-то там такое. А, это когда падающий, дергающий, потому что вот это разболтание этих суставов как-то, оно как-то, ну это мое мнение, знаете, у каждого свое мнение, я свое выставлю. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.